Всем привет! Контрольные измерительные приборы, или сокращенно КИП. Думаю, многие слышали эту аббревиатуру и все понимают, что это устройство предназначено для получения информации путем измерения. И мы сегодня поговорим как раз о таких приборах. Это мультиметры серии ProLine от компании КВТ. 123. Прибор начинает издавать звуковой сигнал. Прибор будет подсвечивать разъемы переменное и постоянное напряжение, NCV и Life Test, фонарик с обратной стороны. Это новинки серии ProLine, которые пополнили ряды контрольно-измерительных приборов компании КВТ. Сегодня я расскажу про их функционал, про их технические характеристики, про комплектацию и вообще много чего интересного. И начну по порядку с прибора КТ-89. В общем, это все та же, всем привычная индикаторная отвертка, но только уже усовершенствованная. С ЖК-дисплеем, на котором отображается величина переменного напряжения, прибор предназначен для определения фазы и нуля, а также прибор может определять целостность электрической цепи. КТ-89 обладает визуальной индикацией и звуковой, диапазон чувствительности от 12 до 300 вольт. Прибор состоит из отвертки, ЖК-дисплея и три кнопки управления. Кнопка включения и выключения прибора, кнопка для определения величины переменного напряжения и кнопка для проверки целостности электрической цепи. Однократное нажатие на кнопку включения и выключения прибора включает фонарик. Для того, чтобы определить, где у нас в розетке фаза, а где ноль, включаем прибор и вставляем его в розетку. Если прибор никак не реагирует, то это говорит о том, что здесь находится ноль. Если же прибор будет издавать звуковой сигнал и ЖК-дисплей будет загораться красным светом, то это говорит о том, что здесь находится фаза. Для того, чтобы определить величину переменного напряжения, нажимаем эту кнопку и удерживаем ее. На ЖК-дисплее будет отображаться величина переменного напряжения. Для того, чтобы проверить целостность электрической цепи, включаем прибор. Зажимаем эту кнопку и отверткой касаемся одного конца провода, а свободной рукой касаемся другого конца провода. И если на ЖК-дисплее отображается красный свет и прибор издает звуковой сигнал, это говорит о том, что наш проводник целый. Детектор напряжения КТ-89 поставляется вот в таком блистере. В комплектацию входит сам прибор, батарейка типа 3А и инструкция по эксплуатации. Ну а мы переходим к следующему прибору, это КТ-123. Компактный мультиметр с минимальными необходимыми функциями для измерения. Прибор измеряет постоянное и переменное напряжение, сопротивление, целостность электрической цепи, и прибор обладает датчиком NCV, то есть бесконтактным определением переменного напряжения. КТ-123 – это мультиметр Smart, то есть он сам определяет, что мы измеряем. Это или напряжение, или сопротивление. Если это напряжение, прибор будет показывать показания в вольтах. Если это сопротивление, прибор покажет нам показания в омах. Прибор состоит из ЖК-дисплея и трех кнопок управления. Кнопка включения и выключения прибора, кнопка для подсветки ЖК-дисплея. Удержание этой кнопки включит фонарик, который расположился с обратной стороны. Кнопка для заморозки показаний и кнопка включения NCV теста, а также два разъема для измерительных щупов. Мультиметр КТ-123 поставляется вот в таком блистере. В комплектацию входит сам прибор, инструкция по эксплуатации, измерительные щупы и две батарейки типа 3А. Мультиметр находится в таком вот защитном прорезиновом чехле. Мы переходим к следующему прибору, это КТ-130А. Данная модель оснащена переключателем для выбора параметров измерения. Это переменное и постоянное напряжение, это измерение сопротивления и емкости, измерение целостности электрической цепи, диод-тест, измерение частоты и измерение постоянного и переменного тока от 20 мА до 10 А. А также прибор обладает лайф-тестом. Эта функция нужна для определения фазы в розетке. Для этого мы вставляем измерительный щуп в мультиметр и начинаем искать, где у нас ноль, а где у нас фаза. Если это ноль, то прибор никак не реагирует. Если же это фаза, то прибор начнет издавать звуковой сигнал. Мультиметр КТ-130А состоит из ЖК-дисплея и четырех кнопок управления. Кнопка для включения подсветки ЖК-дисплея,
кнопка для измерения максимальных значений, кнопка для заморозки показаний и кнопка для выбора функции. Также внизу три гнезда для измерительных щупов. Прибор находится в защитном чехле. С обратной стороны есть специальное крепление для измерительных щупов. КТ-130А поставляется вот в такой коробке. В комплектацию входит защитная сумка, сам прибор, измерительные щупы, батарейка крона 9-вольтовая и инструкция по эксплуатации. Следующая модель – КТ-118Е. Это цифровой мультиметр с функцией True RMS и с автоматическим выбором диапазона измерений. Похож на предыдущую модель, но уже гораздо большего размера, с большим ЖК-дисплеем и с большим функционалом. Прибор измеряет постоянное и переменное напряжение, измерение частоты, измерение сопротивления и прозвонки целостности цепи, диод-тест, измерение емкости, измерение температуры. С этим прибором в комплектации входит еще и термопара. Измерение постоянного и переменного тока, и также прибор обладает функцией NCV и Live тестом. При выборе необходимой нам функции прибор будет подсвечивать разъемы, куда нужно вставлять измерительные щупы, и с такой функцией будет уже сложно ошибиться в правильности подключения щупов. Прибор состоит из большого ЖК-дисплея, который отображает сразу несколько показаний, и 4 кнопки управления. Кнопка для включения подсветки ЖК-дисплея и для включения фонарика, чтобы освещать рабочую зону. Кнопка для измерения максимальных и минимальных значений, кнопка для заморозки показаний и кнопка для выбора функций. Прибор находится вот в таком защитном чехле. С обратной стороны есть специальное крепление для измерительных щупов и вот такая удобная подставка для размещения мультиметра на рабочем столе. КТ-118Е поставляется вот в такой коробке. В комплектацию входит защитная сумка, сам прибор, измерительные щупы, термопара, так как прибор измеряет еще и температуру, две батарейки типа 2А и инструкция по эксплуатации. Да-да. Да уже заканчиваем, все, да. Ага, все, давай, пока. И завершает наш сегодняшний видеообзор цифровой мультиметр Smart КТ-116. Smart в переводе с английского языка означает умный. И это значит, что этот прибор сам определяет, что мы измеряем, будь это напряжение, сопротивление или прозвонка электрической цепи. А внешний вид прибора похож на современный смартфон с большим цветным ЖК-дисплеем. По параметрам измерения КТ-116 измеряет постоянное и переменное напряжение, сопротивление, прозвонка электрической цепи, диод-тест, емкость, измерение частоты, измерение температуры, NCV и Live-тест и измерение постоянного и переменного тока. Кнопки для выбора функций, кнопка для максимальных минимальных значений, кнопка для заморозки показаний, кнопка для включения и выключения прибора, кнопка для включения фонарика. Также прибор обладает автоматическим отключением питания после 15 минут без какого-либо действия, но эту функцию можно отключить нажатием на эту кнопку. 4 гнезда для подключения измерительных щупов. В зависимости от выбранных нами функций, гнезда также будут подсвечиваться. Мультиметр КТ-116 находится вот в таком защитном чехле, поставляется вот в такой картонной коробке. В комплектацию входит, конечно же, сам прибор, защитная сумка, измерительные щупы, термопара, 3 батарейки типа 3А и инструкция по эксплуатации. Вот мы сегодня рассмотрели измерительные приборы, новинки, которые пополнили серию ProLine компании КВТ. Не забывайте подписываться на наш канал, на наши странички в социальных сетях. Оставляйте, конечно же, свои комментарии. А на сегодня все. Всем до новых встреч. Увидимся с вами в следующих видеообзорах. Пока.